Так, начинаю РП играть. Дверь по РП закрываю. Все, наручники снял по РП. Я все это снимаю. Ксена тоже ну, так... снимает. Ксен тоже снимай, ладно. Я снимаю. Я еще с самого начала начал снимать. Давай, короче. Ксен, садись рядом, сейчас будем допрашивать. Ожидайте, погоди. А чё так это ты? Ты как ко мне как к этому обращаешься, как будто я толчки только чищу. Чтобы имена, имён не слышно было. Welcome to Ammunation. You've made the smartest decision of your life. You've come to a gun shop. We hope you get everything you need to feel real manly and patriotic. Don't forget to check out our selection of landmines. They're the gift that keeps on giving year after year. Mother-in-law being a bitch? Ammunation has the solution. Why not check out our selection of flamethrowers? We've got a special on hand grenades. And if you're too fat and lazy to throw them, check out our grenades. Ёбаный ФК. Пятьсот патронов. Делай укол с уровнем. 500 патронов. Иди, надо его только, ну, надо одноручники одеть, чтобы взять патроны. Слышишь? Да не забирай это патроны уж, ладно, забей на него. Ладно, Ксен, тогда я вырубаю видео. Я снимаю. Ты офигел? Там 500 патрон. Ничего страшного. Миш, не бей его, я посадил его на стул. Так, дальше. Так, все, я могу видео отключать, удаляю его. Раз ты снимаешь. А, все, тебе ПТН. Да ладно, ты забей на него. Чудро, 500 штук, я потом банди солью их там за 2000. Так, удаляю видео. Ну, пока корзину чистить не буду. Ты не трогай. Можно я потяну немного? Has a wide array of peacemakers.
come buy ammunition on Militia Mondays, exercise your Second Amendment rights, and get 10% off all armor-piercing bullets. We're the only gun store that lets you try it before you buy it. Need anti-tank missiles? We've got them. Flamethrowers? Oh, yeah. No credit? No problem. No money down. 90 days, same as cash. Shoot now, pay later. During the 10-minute waiting period, fire out 2 rounds of the ammunition gun range featuring faces of famous commie pinkos. Come buy ammunition and register to win an anti-aircraft gun actually used when we whooped Australia's ass. This weekend is the Ammunition Film Festival with free screenings of the documentary Red Dawn. Ammunition, protecting your rights. God, I sound like hot shit. Не ему ёбну. Поебал. Я ему уже давно сыворотку вколол, а он... О, коса ностра. Не пугай. Отца заложил придурок. Я молчал. Это арба процесс, сыворотка, правда, типа, да, на тебя подъездил. И если ты не отвечаешь, то это тоже так же ЖБ и варн. Также варн идет. Все воровство, все. Че ты гонишь, мусоршнягу, не по делу. Тур-тур. Русскую мафию возьми. Ну да, я, мне туда и надо. Ты сотку своровал мне вчера в школе, нет, а она поебал. Мамка на обед давала. О, все, вообще, найс. Я сейчас выкручу его, он нам укажет, и не особняк можно с собой взять. И кому он их продает? Миш, погоди, не задавай вопросы, сейчас я его сам допрошу. Давай. Бандиты, он сказал, бандиты из гетто.
salesman about every sportsman's favorite, the anti-tank missile. You don't need to clean the deer when he's already been minced. The store leading the fight against communism is having a blowout sale. Ammunation has a wide array of peacemakers. Come by Ammunation on Militia Mondays. Exercise your... Так, погоди, нет, Миш. Пускай, да, почему нет-то? Если он сейчас укажет, короче, на где находится, где поместье, и мы еще сравним номера, которые мы фотографировали, это все, уже 100% облава. Погоди, я сам знаю, что надо. Нет, он уже ответил. Он уже ответил, где их не поместье. Смотри внимательно. Ты уже задавал этот вопрос. Вот Сентура всем сказал. Ну и... Где именно? Что мне теперь искать в Лас-Вентурасе, где их поместье? Нет, так сейчас возьмем его, чтобы вот он... Я хочу подробно узнать. Чтобы он показал нам. Self-defense practitioner with big breasts, get two handguns and a t-shirt that says you're about to get a good look at my other 44. Ladies, tired of whistling construction workers? Next time, whistle back with a high-velocity rifle that'll splatter his brains all over the building site. Freedom means the ability to defend yourself, whatever the cost. Welcome to Ammunition. You've made the smartest decision of your life. You've come to a gun shop. We hope you get everything you need to feel real manly and patriotic. Don't forget to check out our selection of landmines. They're the gift that keeps on giving year after year. Mother-in-law being a bitch, Ammunition. Check out our selection of flamethrowers. We've got a special on hand grenades. And if you're too fat and lazy to throw them, check out our grenade launchers. Pop it in, pull the trigger, and boom! You've blown a hole in something. Да, состояло. О, два компромата уже. Слышь, Ксену? Походу завтра облава. Завтра, да, облава. Слышь, ты в курсе то, что ты со старшим разговариваешь? А Миша, что со старшими? Дверь ПРП закрыта на замок. Как он сюда зашел? Ага, никак. Миш, не хами. Ага, Фабио Феррера. Какого числа был теракт в АП, где мы штурмом взяли их? Не помню. Не помню. Freedom means the ability to defend yourself, whatever the cost. Welcome to Ammunition. You've made the smartest decision of your life. You've come to a gun shop. We hope you get everything you need to feel real manly and patriotic. Don't forget to check out our selection of landmines. They're the gift that keeps on giving year after year. Mother-in-law being a bitch. Миша, не пиши ничего, понятно? Видишь, здесь глав... Он говорит, не был, я говорю, был. Да тихо. Фафи. Нет, там не было русской мафии. Это уже подставало.
Такое можно и есть Помнишь, когда ты выложил план действия АП? Так, Миш, погоди. Сейчас. Не сбивай его. Сейчас я скажу, когда был захват. Ловил двоих солдат, я ему сейчас яички отрежу. Это было, знаешь, это было в среду. В среду был захват администрации президента. В среду. Лакостра Ностра, не Лакоза Ностра. Давай, Франческо, я под конец кое-что сделаю, и все. Да там они и остались, Франческо. Скобочки, Франческо, извольте. Понял. Так, отлично. Миша, у тебя вопросы есть? Self-defense practitioner with big breasts, get two handguns and a t-shirt that says, you're about to get a good look at my other 44s. Ladies, tired of whistling construction workers? Муж из звезд, да, вешать? Тирак, ну фу. Он же отсидел тогда, блин. Давай, Стюк. Кстати, Ксена, ты же... А какая там статья? Забыл за ОПГ. Дай ему просто слэш-со ОПГ и все. И давай, нашел сейчас. Девятнадцать и два, три звезды за членство в ОПГ. Что состоит в ней?
19,2, две звезды. Фу, три звезды. Ведь вот он. Его и так... уже максимальный. Ты уже дал? Нет, у него я и не было. Давал. У него так и было. Вы его уже заломали? Да, да. Я заломал. Открой дверь ПРП. Видите? Стена, дверь открой. Я закрывал ПРП. Меня подождите. Что, наручники? Я как бы снимаю. Наручники на ПРП одел. Я уже надел. ПРП. А, ты уже одел? Ты просто не успел снять. Я рискну, составлю. А, ты составляй пока протокол, Франческо, а я давай, его... Давай. Давай, я... Ну, давай. Да поздно. А, все уже. Франческо. А я его закину. Франческо, ты остановись, хоть, ёбаный в рот. Ты едешь, нахуй, и протокол составляешь. Он же хасл. Он просто так умеет. Да он одной рукой ведёт, другой запоминает. Ты жалобы не удаляй. Слышишь, Франческо? Фу, Ксен, ты будешь удалять жалобу? Конечно. Ну, удали, ладно. Я уже столько этих упоголовно. Можно потом отчет кинуть, типа, чистил штат от всяких бомжей? Ну, вот этих. О-о. Тебе все равно не повысит. Ну, я знаю. Ну, премию, может, дадут. Премию, да, дадут.